Тогда у нас пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, с этой болезнью люди, которые умирают, они умирают шахидами. Сегодня люди умирали. Мы обещали вам приехать в республику, потому что вы принимаете красно, мы взяли. Каждый день были на связи, спрашивали, да, у меня вот-вот только одежда появилась. Так сегодня мы от него благодарим. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Огромное спасибо.